50 килограммов наркотических и психотропных веществ ровно столько изъяли щелковские полицейские из незаконного оборота в прошедшем году. За отчетный период также выявлено два факта содержания притонов и три преступления, связанные с контрабандой наркотиков. О своих успехах сотрудники органов внутренних дел отчитались на антинаркотической комиссии в администрации округа. В ходе проведенных мероприятий зарегистрировано 210 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из числа зарегистрированных 80%, то есть 171 преступление, связано со сбытом наркотических и психотропных веществ. Для противодействия распространению пагубного зелья по запросам сотрудников наркоконтроля сотовыми компаниями блокировались абонентские номера, на которых фиксировалась активность наркодилеров. В 143 случаях людей, замеченных в употреблении наркотических средств, привлекли к административной ответственности. Вторым вопросом на заседании были рассмотрены итоги психологического тестирования учащихся для выявления школьников и студентов, склонных к употреблению запрещенных веществ. Подлежало почти 7400 подростков, однако более 800 из них первоначально отказались его проходить. С родителями таких подростков была проведена разъяснительная работа, и 300 из них в итоге дали согласие на тестирование. Последним вопросом заседания был отчет о работе антинаркотической комиссии в 2019 году. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, предусмотрено в рамках муниципальной программы безопасности и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, спорт городского округа Щелково, образование городского округа Щелково, культура городского округа Щелково. На заседании отмечалось, что за год аппарат антинаркотической комиссии получил и отработал 72 поручения. Все они были выполнены. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.